Кстати, как там в Ленинграде поживает Пиня Либермана? Вы же из Ленинграда, вы же должны его хорошо знать. Ну, Пиня Либерман. Он живет там с 49-го года, его все хорошо знали. До этого он жил в Одессе на улице Пастера. Да вы подождите, да вы из России или откуда? Дело в том, что Одесса на Украине. Какая разница? Понимаете, товарищ Равин, Украина отдельное, суверенное, независимое государство. Вот эту хохму надо непременно сегодня же вечером рассказать моей жене.